Evolution of Televi... Что? Что это? Ебать. Эволюция телевизоров. Ебать телек, блядь. Ёб твою мать. Ёбаный рот. О, господи. Ебать. Ебать. О, господи, блядь. Пиздец, блядь. Что? Ужас. And cassette decks. Ёбаный рот. These were quickly being replaced with plastic encased CD TVs. Ничего себе. Вот это уже прорыв. CD TV. Нихуя! Ебать, ушастый, ля, чебурашка, блядь. Ничего себе. Вот такой телек был у моих родителей. Учитывая, что сейчас показывают по телеку, эволюция остановилась уже давно. Бабушка есть такая. Это пиздец. Ну вот, видишь, мы завели с тобой разговор абсолютно случайно. Абсолютно случайно я попал к тебе на стрим и подписался. Ага, под каблук. Ну да, разговор определенно случайно у нас затесался. Разговор стоимостью в 25 тысяч рублей. Нихуяно, нихуяно. Извини, больше не. Ага, что, все, обосрался, да, Галина? Спасибо за 500 рублей. Бля, ебать, вот такой телек у меня был только без вот этой херни. Вот без вот этого, без видеокассет. Вот такой телевизор у меня стоял на кухне, маленький. Я на этом телевизоре играл в Sega. И в Sega Dreamcast. Panasonic, реально. Поговори со мной случайно. Да вы чё, блядь, я вам шо? Я со всеми разговариваю, вообще-то. Подкаблук, спасибо тебе за очередные 5000 рублей. На эти деньги я могу таких телевизоров сейчас купить несколько штук. Спасибо тебе огромное. Да. И Глина, спасибо за 500 рублей. Combos such as this became really popular in the 1990s. They included FM radio and VCR. Не, ну это круто, наверное, телевизор со встроенным видеомагнитофоном. In the 1990s, Casio continued to improve their portable LCD. О, господи. Throughout the 2000s. Вот этот был очень популярен. Ебать, у каждого видел его тогда. У каждого, вот, блядь, именно этот, сука, телевизор был у моих, не у моих знакомых, а у знакомых моих родителей. Я на этом телеке тоже играл в Sega и смотрел мультики. Да, это наш самый популярный телевизор на тот момент. LCD tech was finally able to compete with plasma, giving us LCD HD TVs. Ну, у нас таких телевизоров в 2000-х не было. Не было такого. Нихуя! Подожди, что это? Это... Ебать. Это такие телевизоры были? Пиздец, блядь, до нас такие телевизоры дошли где-то в 2011 году, наверное. Ну, я имею в виду, у нас дома такой стоял. Нихуя. Ничего себе. Фу, что это? They were able что с качеством? We started the 2010s with a whole new set of technologies. 4K. Чё, реально можно было цветок из телевизора вытащить? Казахстан на российскую границу со стороны Петропавловской закрыли. Ну, чё я и говорил, соответственно. 3D, Smart 4K? В 2010 году? Какие нахрен 4К в 2010 году? У нас до сих пор 4К не у всех есть. Надо было быть, наверное, крайне богатым, чтобы позволить себе 4К в 2010 году, когда, в принципе, тогда 4К еще и фильмы даже не снимали. Curved screens became the premium feature for a few years. Ой, ля, сука. Ебать, согнули, чисто взяли вот так вот. Такие телевизоры, я помню, тогда стоили где-то под 500 000 рублей. Как
Какого пениса не доходят мои донаты? Я не знаю, но они застревают, скоро дойдет. Спасибо тебе за очередной донат. Advantage of our peripheral vision. This works well for computer monitors, but it's barely noticeable on TVs. Это от 10 до 19 года телевизоры. А, да? Something truly impressive was the introduction of wallpaper TVs. These are almost as thin as a credit card. Нихуя! Пиздец. Реально. Кредитная карта, блядь. Жесть. Ты что делаешь? Нахуй ты телек гнёшь? Алё, блядь. Мать наругает. The latest feature is ambient mode. Which lets you match your TV to your decor. Я только хотел сказать, а прикиньте, сейчас прозрачные телевизоры будут. А, ну, пожалуйста. It lets you use your TV as a canvas for art or to match your wallpaper. Чё, бля? Что это вообще за телек? 2018 год. Что это за хуйня? А как на нём что-то смотреть? The 2020s promise many new technologies, such as the rollable TV. О, 20-й год. It is completely hidden when it's off. And when it's on, it grows to the size of the content or application. Ебать, телек из батареи вылезает, ничего себе. This is great for calendar and music apps, and avoids the black bars in extra wide movies. Ебать. Чё он такой узкий? Я узкий. Xiaomi, ну, понятно. But it will likely be used more as the centerpiece in a room to display art than for entertainment. Что то что ли прозрачный? Какого хрена как это смотреть вообще прозрачный телевизор? Что за бред? Пожалуйста, Хес, спасибо за контент. Аллилуйя, мне дали разбан. Чат, вы кстати ничего такие, блин, реально. Спасибо, Хоспиз, спасибо. И вот это самый крутой телевизор сейчас считается, или что? Как? О, блядь! Двухсторонний телек? Чё? Нахуя, если ты его на стену повесишь, блядь? Да чё только не придумать. Осталось придумать летающий телевизор, который будет тебя по квартире за тобой, нахуй, левитировать. Applications. Откуда звук вообще идет? Он настолько тоненький, что я даже динамиков не вижу. На самом деле лучше бы придумали телевизор с охуенным звуком. Потому что обычно у телевизора звук дерьма. Огромный такой, знаете, экран, огромный телевизор и звук там пи-пи-пи-пи-пи-пи. Низкие частоты в говне, высокие частоты в говне. Монохуйня какая-нибудь, знаете. И ты вот смотришь на телевизор, вроде охуенное изображение, но качество звука такое дерьмо, как будто с телефона смотрю. Вообще пипец. И приходится покупать дополнительно к телевизору саундбар. Вот у меня есть телек, нормальный, здоровый телек, но звук у него говно. Я купил саундбар, соответственно. Звук охуенный, как в кинотеатре. Но приходится докупать. Tech is changing pretty fast, and so are TVs. What do you think is next for the evolution of television? Прикольно. Телевизоры наши все, ребят. Телек это заебись. Мы смотрим телевизор каждый день. Соловьев крутой. Блять, фу нахуй, что я сказал? Извините. Осуждаю, осу.